видеть вас на нашей площадке. Сегодня у нас в гостях молодой человек, который подарил всему Якутску бренд кофе, как в кино. Внимание на экран. Красный стаканчик с горячим кофе из свежеобжаренных и перемолотых зерен. Его можно брать с собой куда угодно, и он не прольется, удобен для питья. Казалось бы, что в этом необычного? Так и должно быть. Но несколько лет назад в Якутске невозможно было найти кофе на вынос. Такое видели только в кино. Молодой дизайнер, выпускник колледжа, на работе любил с друзьями пить кофе 3-1. Пакетики быстро заканчивались, но никто не хотел идти их покупать. Было лень. Они шутили, что тот, кто начнет продавать кофе в стаканчиках, разбогател бы точно. Шутка шуткой, но именно идея продавать кофе в стаканчиках с крышечкой всецело поглотила все помыслы дизайнера. Василий Шарапов 5 лет назад решил начать свое дело. За это время пройдено, пережито и достигнуто столько, что иногда трудно поверить в произошедшее. Сейчас у 29-летнего бизнесмена свое кафе с единственной в Якутии машиной для обжарки кофейных зерен. Свой бренд, своя франшиза. Главный человек, боявшийся тогда не прокормить свою семью, обеспечил работой еще 25 человек и кормит их семьи. Продал свой опыт в другие города России. Личной своей победой Василий Шарапов может считать привитие культуры кофе с собой в Якутске. Пример этого предпринимателя показателен тем, что сейчас любой человек из идеи может построить свой бизнес. Итак, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с человеком, который воплотил свою мечту в жизнь. Для начала нам нужно будет поделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Пессимисты – это те, кто считает, что в Якутии состояться как бизнесмену сложнее. Оптимисты же – это те, кто скажет, что стереотипы о непреодолимых препятствиях для развития бизнеса уже в прошлом. Каждая из сторон обязана аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. А в конце программы любой участник сможет поменять и свою группу. Потому прошу каждого определиться и занять место в выбранной зоне. Пессимисты у нас будут слева, оптимисты справа. Делимся! Итак, встречаем нашего героя, человека, который знает толк в хорошем кофе, педанта, для которого крайне важно, в каком стаканчике и как подается кофе. Бизнесмен с обостренным чувством ответственности и романтическим отношением к выбранному делу. Василий Шарапов! Итак, Василий, здравствуйте. Расскажите о себе. Вам дается минута. Всем привет. Меня зовут Василий Шарапов. Мне 29 лет. Женат. Есть дочь 6 лет. Занимаюсь предпринимательством 2012 года. Являюсь основателем сети кофе на Coffee Cup и недавно открывшегося кафе «Фартук». Так, ну и сразу перейдем к нашему блиц-интервью. Итак, первый вопрос. Как вы считаете, почему больше молодых людей идут в бизнес? Сейчас век интернета, любую информацию можно найти в интернете. И поэтому, я думаю, легче. Какие стереотипы о предпринимательстве, на ваш взгляд, уже устарели? Ну, самое главное, это то, что предприниматели – это, как раньше было, махинаторы какие-то. А какой главный урок вы вынесли из своего предпринимательского опыта? Я вначале работал один. Думал, нужно работать именно так. Но со временем понял то, что команда – это главнее. Могу сказать, у меня сейчас сильная команда, я им полностью доверяю, и с командой работать легче. А как изменилась ваша жизнь, если сравнивать прошлого вас и нынешнего? Я был более скромный, и я сейчас скромный, но… Вы заметили. Могу сказать, что я стал более уверенный. Все мы знаем, что красные стаканчики – это ваш бренд. Хотелось бы узнать, в чем его фишка и почему он именно красный. У всех есть какие-то любимые цвета. У меня, например, это красный. И как дизайнер я уже понимал, что красный цвет, он ассоциируется с горячим напитком или повышает аппетит у человека. Что вы чувствуете, когда вы заходите в свое кафе? И что в нем особенного? Все это делалось собственными руками, с моей командой, с моими партнерами.
Мы все это сами красили, все это делали. Ну, представьте, это был черновой вариант, и мы там, скажем, вложили душу. И я захожу туда как, ну, свой дом. А говорят, что вы иногда собирали разбросанные красные стаканчики из-под кофе. Хотелось бы узнать, почему. Когда мы только начинали расширяться, ну, была такая проблема, то, что красные стаканы, они видны, и в снегу очень хорошо видно то, что, ну, где лежат. И в первое время я сам собирал, ну, не прям так ходил специально собирать, а если увидел, то выкидывал мусор. Ну, потому что я, наверное, боялся критики о том, что, ну, стаканы мусорят, и как кофе с собой вымрет, как бизнес. Мы знаем, что вы стали бизнесменом из-за страха не прокормить свою семью. Хотелось бы узнать, какой страх двигает сейчас вами? Какой именно страх двигает вас к развитию? Я боялся того, что у меня, ну, бизнес, ну, как рухнет. Сейчас это все как-то ушло. Пришло осознание того, что можно жить и без предпринимательства или, ну, как скажем, бизнеса такого большого. Ну и хотелось бы узнать, какая мечта сейчас зреет в вас? У любого бизнесмена или, ну, то есть у того, кто начинает свой бизнес, есть какие-то определенные мечты, да? Скажем, у меня это была собственная квартира, машина, и, ну, то есть не считать деньги на еду, да? Вот такие мечты были. Я купил машину, ну, квартиру тоже купил. Я мечтаю, но боюсь слишком... О ней говорить, да? Да, скажем, о ней говорить или... Ну, дабы не сглазить, скорее. Да. Хорошо. Итак, перед тобой те, кто попытается узнать тебя сегодня поближе. Это студенты СУФУ, школьники и будущие предприниматели. Привет. Справа тебя расположились оптимисты. Они считают, что предпринимательство стало легче развивать в нашей республике. Слева от тебя расположились пессимисты. Так, они считают, что главный тормоз – это отдаленность и изолированность нашего региона. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Начнем с оптимистов. Бизнес, да, его можно открыть и развивать в любом месте. В любом, где бы ты ни был, на любом точке земного При шара. При любых условиях. Да, в любых условиях. Угу. Это все зависит от самого человека. Пессимисты? Я бы хотел обозначить конкретно вашу сферу деятельности, то есть это общепит, да, сфера услуг. Проблема в том, что почему я на стороне пессимистов, в том плане, что вы уже, наверное, сталкиваетесь с повышенной конкуренцией, в том, что вот, как бы, этот рынок, он занимается. При том, что население у нас, ну, всего-навсего 300 тысяч, и покупательная способность у нас, ну, не растет. Я всецело поддерживаю нашего сегодняшнего героя, так как, во-первых, я сама являюсь предпринимателем. Вот в каждодневной работе я сталкиваюсь с такими же молодыми предпринимателями и считаю, что благодаря именно таким, как он, благодаря их упорству, стремлению, смелости, в нашем городе, в нашей республике вот появляются такие новые услуги, новые продукты местного производства, да? Это и налоговые поступления в бюджет, это новые рабочие места и также развитие смежных сфер экономики. Поэтому я только за. Почему я на стороне пессимистов? Потому что в нынешнее время, то есть, слишком много предпринимателей развелось, и большинство из них, они убыточные. Это, мне кажется, связано с тем, что у нас население мало, вот как говорил предыдущий оратор. То есть 300 тысяч человек, тут особо не разгонишься, и как бы все ниши уже заняты. Я сам тоже предприниматель и поддерживаю предпринимательство. И считаю, что основная проблема находится внутри человека, не снаружи. Что если человек боится, он никогда не сможет преодолеть этот барьер и начать предпринимательство. Я сам тоже до этого был наемным работником. Мне казалось, что это очень сложно и, ну, что очень много, как бы, препятствий. Но потом я понял, что главное – это страх, который сидит внутри. Я, как бы, начал и понял, что это не так сложно на самом деле. И потом мне открылся уже такой, ну, совсем другой взгляд. У меня поменялось, как сказать, окружение совсем поменялось. И мне теперь, наоборот, кажется, что предпринимателей очень много. И сейчас, ну, мне не нравится то, что в обществе еще до сих пор осталось, ну, негативное представление о предпринимателях и негативное к ним отношение.
Ну и что же, начнем. Задавайте Василию свои вопросы. Надо ли полагаться, создавая свой бизнес, на поддержку государства? Например, я считаю, если хочешь заработать деньги, то нужно зарабатывать самому, а не надеяться на какие-то субсидии. Сколько вы потратили на открытие вашей кофейни и окупились ли эти расходы? В начальном этапе для открытия трех точек мне родители дали свои последние деньги, 300 тысяч, и я еще взял товарный кредит, где-то 450 тысяч я потратил. А так, если взять сейчас, то это несколько миллионов на протяжении нескольких лет. Если не секрет, сколько вы зарабатываете в год? То, что я зарабатываю, я сейчас все вкладываю. У меня сейчас за спиной, да, скажем, денег нет. А если это не чистая прибыль? Обороты. Если по кафе сказать, фартук, 3 миллиона в месяц. А за какое время у вас прошла окупаемость? Я не считал, но точно могу сказать, через 2,5 года окупилось. Какой самый главный совет ты бы дал начинающему предпринимателю? Не открывайте бизнес, если у вас есть миллион. Лучше начинать бизнес, если у вас есть 10 тысяч. Потому что потерять миллион – это гораздо хуже, чем 10 тысяч. Набивать шишки. Шишки – это очень хорошо, потому что от ошибок ты учишься. Чем больше ошибок ты совершаешь, соответственно, ты становишься мудрее. А какая ваша самая главная мотивация? Когда я начинал свой бизнес, моей мотивацией было это прокормить семью. Потом появились какие-то материальные цели, машина, да, скажем. Для любого предпринимателя начинающего должны быть цели именно, мне кажется, материальные, а не какие-то сверхъестественные в будущем, стать каким-то героем. Сперва нужно обеспечить себя, потом уже думать о окружающих. У тебя есть планы или ты уже вступил в какую-то другую сферу бизнеса? Планы есть. Сделать что-то такое для общества, полезное именно для России, даже для Якутска. Хочется чего-то такого, большего. А были ли у вас моменты, когда хотелось все бросить? Если да, то как вы с ними справлялись? Такие моменты у любого предпринимателя есть. Если ты занимаешься бизнесом только первый год, у тебя, соответственно, весь твой капитал или бюджет будет уже вложен в этот бизнес. И, конечно, у тебя есть страх остаться в нищете, да, скажем. Но нужно идти вперед. А как ты считаешь, на чем не надо экономить в твоем бизнесе? Качество продуктов, и на этом экономить не надо, и на заработной плате тоже. Я считаю, экономить не нужно, так как человек, работающий хорошо, должен поощряться тоже хорошо. Планируется ли в будущем открытие точек продаж в центральных районах нашей республики? Уже на стадии переговоров с людьми, с предпринимателями. И это будет супер, если в Улусах появится кофе-кап. Как вы сами продвигали свой бизнес в самом начале? Люди сами начали выкладывать в соцсетях, и, соответственно, как сарафанное радио, это все пошло. Пессимисты? Как у вас расположены принципы? Допустим, семья, работа, или на первом месте у вас всегда будет бизнес? В первое время жена постоянно требовала внимания, и ребенок маленький, но я дал понять ей то, что сейчас я буду работать 7 дней в неделю, 365 дней в году, но потом все это окупится, и я буду уделять больше времени им, и сейчас так и является. Будете ли вы привлекать своего ребенка в бизнес? Конечно. У меня сейчас в данное время один ребенок. Она будет со мной как работать, и, если она захочет. Так. Сейчас мы предлагаем посмотреть наш опрос на тему «Что думают люди о предпринимателях?». Внимание на экран. Могли начать свое дело в предпринимательстве? Ой, я уже начинал, бросил. Почему? У нас тут нечестно относятся ко всему этому. Да? Конечно. Барьеров много? Да, много барьеров. Да? Много, всего много очень. Я думаю, что в Якутии
предпринимателя, наверное, нелегко быть, потому что, ну, в первую очередь, тут очень высокие цены сами по себе, и поэтому вот, они уже покупают по завышенным ценам, и вообще действовать им приходится на таких сложных и экологических, и экономических условиях. Поэтому, ну, думаю, то, что вот, если у нас будет именно развиваться инфраструктура, то тогда уже для предпринимателей будет лучше. Вы бы хотели создать свое дело? Ну, раньше было у меня дело, которое потом, ну, закрыл. И трудно быть предпринимателем, да? Ну, если сель есть, тогда легко. А вы вообще в будущем собираетесь как-то повторить этот свой опыт? Ну, хотелось бы. Где бы хотели работать, в бюджетной сфере или вот все-таки быть предпринимателем? В бюджетной, наверное. Да? Почему? Я не знаю. Так надежнее, да? Наверное, да. Сейчас очень большой рост, где много знакомых занимаются вот предпринимательством. Ну, это становится престижным. Да? Популярно очень. А почему люди туда идут? Ну, как саморазвитие и доход, наверное. Предпринимательством заниматься, наверное, сейчас легче, чем раньше. А вы из каких побуждений вот стали предпринимателем? Ну, мы сами любим этим заниматься, это наше любимое дело. Муж, например, он мебелью занимается, и у него образование тоже такое, и сам хочет, ну вот, любимое дело получается, а не сидеть где-то в офисе, делать то, что просят, а сами заниматься своим любимым делом, распоряжаться своим временем, своей жизнью. Проблема работы на самого себя – это тайм-менеджмент. Ты сам придумываешь свой график работы и самому ставить сроки. Это хорошо, но иногда как будто бы нужна помощь. Это единственное, с чем я вот столкнулся. А я уже занимаюсь своим делом. Да? И да. Как это? Здорово. Да? Конечно. А что вас больше всего вот вдохновляет, радует? Ну, то, что сам себе хозяин, да? Работаешь на себя. Ага. То есть все зависит от тебя. Ага. Сколько поработал, столько заработал. Становиться на ноги вам было трудно? Конечно. А какие трудности? Всяческие. Очень тяжело. Очень тяжело. Но всегда тяжело. Ага. А вот как считаете, что должно вот в нашем государстве произойти, чтобы вот таким, как вы, было легче и как-то вот намного лучше? В нашем государстве? Ну, мне кажется, это не зависит от государства. У нас, конечно, там не самые благоприятные условия, но в любом деле нужно просто трудиться и работать. Mm-hmm. Чем больше ты принимаешь каких-то действий, тем больше будет отдачи. Это везде, независимо от государства, мне кажется. Ну, Якутия достаточно прогрессивный регион, и люди здесь живут грамотные и образованные. Ну, в сравнении с остальной страной, мне кажется. Поэтому при желании здесь можно добиться многого. Давайте обсудим, а стало ли легче предпринимателям? Предпринимательство, свое дело, это намного надежнее, чем госслужба. Потому что, когда ты работаешь, например, в госслужбе, там, по найму, по договору, свою судьбу ты сам не решаешь. То есть ты вкладываешь свое время, свой умственный какой-то труд, потом тебя могут взять и уволить, сократить, например, перевести на другую как бы должность, да? И ты своей судьбой ты не распоряжаешься. Когда ты открываешь свое дело, то оно полностью принадлежит тебе, и ты можешь его в будущем оставить детям, например, и весь твой, ну, твое здоровье, труд, твои, как сказать, мозги, усилия, они все останутся с тобой в твоей фирме, никто тебя не уволит. Вы не считаете, что свободно все же стать трудно? Никуда не залезая в долг, если ты из этого выйдешь, то, наверное, ты станешь свободным. А если нет, то... Ну, если нет, то ты постоянно, тебе надо будет искать где-то деньги, где-то вот это вот. Постоянно с банка будет, наверное, звонить. И, ну, это тоже психологический, наверное, барьер тоже есть. Я считаю, что вот сейчас гораздо легче стало, чем нежели это было вот лет 10 назад. Потому что у нас, вот, как уже сказал наш герой, это доступность информации. То есть вот какая поддержка имеется, да, вот со стороны государства, например, вот инфраструктура какая есть, мы можем уже почерпнуть это из интернета. А вы не считаете, что существует уже такой главный барьер в виде того, что у нас в стране достаточно высокие налоги? И в этот барьер также входит то, что
В нашем государстве идет очень сильный контроль над предпринимательством. То есть существуют различные инспекции, комиссии. Есть такое понятие, да, кошмарить бизнес. Очень много контрольных, надзорных органов, очень много комиссий, проверок. Но я считаю, что есть улучшения. А какие именно улучшения? То есть у предпринимателя, например, есть 3 года на то, чтобы создать, начать свой бизнес, да? К нему, если никаких жалоб третьих лиц нету, то, в принципе, проверка такой серьезной не должна прийти. Плюсом является то, что предприниматель всегда может обратиться в общественные приемные по правам предпринимателей, да? У нас есть профильное министерство, Министерство инвестиционного развития и предпринимательства, есть Центр поддержки предпринимательства, есть бизнес-инкубаторы. Да? Думаю, постепенно создаются все условия. Да, инфраструктура и поддержка есть. Хорошо. Среда, она ухудшилась для бизнеса в том плане, что мы испытываем дефицит бюджета нашего государства, и, естественно, оно начинает для покрытия дефицита бюджета взыскивать средства с кого? То есть с малого и среднего бизнеса. Допустим, такой метод привлечения средств, как ICO или криптовалюты, вы наверняка уже слышали. Uh-huh. То есть он, например, уже будет, скорее всего, ограничен этим летом. Опять же, это удар для, я считаю, мой личный мнение, удар для малого и среднего бизнеса, потому что кроме того, что денег в стране не так много, то есть их нельзя уже и привлекать в интернете, получается. У нас по республике, если вообще покопаться, поискать, есть очень много грантов, программ, конкурсов, тендеров и так далее. То есть сейчас есть возможности пока, потому что скоро рынок будет переполнен, это уже неизбежное. Пока есть такое вот окошечко, то у нас есть вот прямо сейчас, у нас здесь сидящих, есть возможность. Пессимисты? Мне кажется, чем легче входить на рынок, тем больше предпринимателей, и чем больше предпринимателей, тем тяжелее входить на рынок. Парадокс. Вот. У нас есть одна диаграмма, я надеюсь, ее сейчас нам покажут, предоставленная Министерством предпринимательства. Пожалуйста, смотрите на экран. Это итоги прошлого года. Можно заметить, что число людей, занятых в малом и среднем бизнесе, растет. Налогов, соответственно, поступает в бюджет больше, и размер господдержки государством предпринимательства увеличивается. Вот, посмотрев на эту диаграмму, что вы можете сказать, оптимисты и пессимисты? Вы не считаете то, что все же государство у нас постепенно увеличивает возможности для развития предпринимательства? По поводу графика, тому, как выдаются эти субвенции, субсидии, то есть на проекты, далеко не многие из них увенчаются успехом, во-первых. Во-вторых, когда им выдают средства, то есть они не следят за их деятельностью или плохо следят. Или даже если они будут неэффективно использованы, да, и в конечном итоге их просто потратят на что-то другое, и в итоге не будет никакого эффекта на создание рабочих мест или выплаты налогов, никто за это не отвечает в итоге. Если вот раньше заниматься предприятием, особенно вот 90-е годы, это был большой риск. Сейчас все условия построены так, чтобы риск, стараться риск уменьшить. Василий, а вы вот, например, как предприниматель, действующий, успешный, вы чувствуете поддержку со стороны государства? Сейчас мы стали более свободны, это чувствуется, но, скажем, сейчас налоги только становятся больше, и бюджет вообще Российской Федерации и будет за предпринимателями. И это не есть хорошо, потому что у нас будут очень большие налоги, и, соответственно, цены, покупная способность у населения уменьшится. У нас в Российской Федерации для начинающих предпринимателей есть такая система упрощенка, у нас 6%, да? То есть, еще для тех, у кого доход ниже 300 тысяч, то у них очень легко, в принципе, с налоговой базой, не так уж сложно. Не такие уж высокие. Вот в Европе, допустим, у них до 40% от доходов идет в госбюджет. Если вы смотрели, какое соотношение малого бизнеса, субъектов малого предпринимательства на Западе и у нас в России, у них СМПшек гораздо больше, чем у нас, несмотря на повышенные налоги. У нас сфера малого и среднего бизнеса развивается, большими шагами начало только последние 10 лет, наверное, развиваться так. Мы в стадии развития, у них в первое время тоже не было такого.
По поддержке со стороны государства я добавлю, я вот являюсь резидентом бизнес-инкубатора городского, да, у нас, значит, какая расценка идет по аренде? Мы платим 150 рублей за квадратный метр. В среднем в Якутске, да, 1000 рублей за квадратный метр. То есть смотрите, какая разница, да? И вот за эти 150 рублей за квадратный метр мы получаем консультационную поддержку, маркетинговую поддержку. У нас там вся мебель есть, оргтехника, компьютеры, интернет бесплатный. То есть, смотрите, вот поддержка есть, и там постоянно проводятся семинары. Для начинающего бизнеса я считаю, что очень даже хорошо. А можно вопрос лично вам, да? А вот с бизнес-инкубатора какие вот проекты в последнее время выросли так? А то я как смотрю, вот на такие семинары тоже иногда хожу, и то, что в бизнесе мы только говорят, там поддержка есть, но она как бы на словах. Самые известные выпускники, самые успешные выпускники – это Майтона. Это выпускники бизнес-инкубатора. Uh-huh. Есть услуги, есть производство. То есть всякие разные сферы бизнеса. А просто можете название? Просто мы не знаем. И как бы, то есть мы не хотим в бизнес-инкубатор идти, потому что мы не знаем, какие их итоги. Как бы и на семинарах вроде ничего такого не рассказывают. И очень часто приводят как пример Майтону. Хотелось бы узнать вообще, какие еще есть проекты. А то просто складывается впечатление, ввиду того, что говорят только о Майтоне, что есть только и Майтоны. Я тоже вот бизнес-инкубатор очень хотел, но я не знал, как вообще туда, где даже находится, я просто не знал. И если бы было больше информации, я бы, конечно, воспользовался такой услугой. Мы живем в век информации, да? Предприниматель – это предприимчивый человек. Mm-hmm. Вся информация в интернете есть. Есть горячая бесплатная линия. Скорее всего, снижение барьеров для входа для предпринимателей. Вот низкие налоговая ставка низкая. То есть 13%. Нигде по миру почти такого нету. Я по своим данным смотрел. По республике было 39, по-моему, тысяч. Это в 2015 году. А сейчас субъектов уже 50 тысяч. Mm-hmm. Вот. Как бы у нас население почти 1 000 000 по республике, а у нас вот 50 тысяч всего. Мне кажется, нужно вот нам вот всем, как бы всем свою нишу найти и развивать. Мы, то есть, получается, развиваемся сами и параллельно развиваем республику своими выплатами налогов в государственную казну. Вообще, исходя из всего этого, можно прийти к мнению о том, то, что вообще для развития предпринимательства все условия в нашей республике созданы. Проблема именно в самих предприимчивых людях. Если они предприимчивы, то большинство из них свою предприимчивость, как минимум, не максимально реализует. Соответственно, с республики рынок маленький. Так. И теперь, Василий, наступила ваша очередь задать аудитории тему для обсуждения. Как вы считаете, нужны ли бизнес-образование, чтобы стать успешным предпринимателем? Если ты человек не будет обучен этому, то можешь сделать неправильно, и при этом свой бизнес, который он хочет открыть, да, не откроется. Бизнес-школа будет обучать тех, кто хочет этому научиться и грамотно этим воспользоваться. Было бы лучше, если бы увеличили количество для молодежи. Увеличить их количество. Да. Надо все на уровне с детского возраста, да, в школах может вводить какие-то уроки финансовой грамотности может. Почему у нас проблемы с предпринимателями? Потому что многие из них финансово сами неграмотны. Форум предпринимателей был у нас. Вот бизнес-школа у нас уже развита. Сейчас даже бизнес-школа захватила школьников. Вот буквально пару дней назад я была экспертом на республиканской защите бизнес-проектов среди школьников. И хотелось бы отметить то, что вот нынешние школьники, да, они очень отличаются от нас. Они очень открытые, у них дерзкие идеи, мышление креативное, да, то есть то, что мы вообще вот сейчас думаем, то, что вообще нереально. У них такие идеи классные были. То есть я думаю, что вот лет через 10 это все у нас разовьется и будет хорошими темпами развиваться предпринимательство. Каждый год Министерство инновационного развития и предпринимательства проводит опросы по школам. То есть и со всех школ было тех, кто говорят, хочу стать предпринимателем, меньше 8%, по-моему, было. Да, это очень мало. Очень мало. То есть нам хотя бы до 15%. Они еще дети, понимаешь, да? Дети. Их мнение может поменяться в любую секунду. Можно отвечу, да? Там же не только первоклассники. Это
очень сильно зависит от окружения. Если, допустим, родители, родственники, да, они все на наемной работе, если они относятся все отрицательно к этому, ну, к предпринимательству, считают это ненадежным, да, то человеку, ну, особенно вот школьнику, студенту, очень трудно пойти против родителей, против всех своих друзей, ну, и как бы и начать какую-то предпринимательскую деятельность. Как вы считаете, устарело ли вообще школьное образование? Не стоит ли вносить какие-либо изменения, там, развивать у детей вот именно понятие о предпринимательстве? Да. Ага. Школьное, получается, образование немножко, да, и устарело, так как некоторые учителя, вот, получается, из СССРовских времен, и они категорически, ну, так скажем, мой, к примеру, преподаватель был, да, против индивидуального предпринимательства. Я считаю, что оно однозначно устарело. Вот я бы хотел еще связать это с темой вот образования и предпринимательства, в том, что я считаю, что миром вообще движут как бы свободномыслящие специалисты. То есть не то, что предприниматели, которые преследуют коммерческие цели, а именно специалисты. То есть вы еще говорили то, что то есть после того, как вы, ну, обеспечили свои доходы, вы не знали, что дальше преследовать. То есть вы хотели чего-то большего. Да, и то есть свободомыслящие специалисты, то есть это хорошие специалисты, которые также могут стать предпринимателями, они всегда привносят что-то новое в своей сфере. И у них нет такого кризиса, что они чего-то достигли, и они не знают, что дальше делать. А наше образование, оно не развивает, по моему мнению, как бы специалистов. Немножко добавить больше индивидуального подхода там обучения, что каждый человек все-таки, кроме там коллективизма, надо понять, что каждый человек все-таки личный. Обучать, быть инициативными, mm-hmm. учить самому принимать решения. В данный момент нужно для школьников больше практических знаний, чем теоретических. Лучше не только вот писать, в классе сидеть, переписывать конспекты, да, а вот смотреть, увидеть все и почувствовать все на самом деле. Я образование получил хорошее, но я бы мог получить, скорее всего, больше бы, если бы меня учило больше молодых специалистов. Я считаю, что школьное образование не стоит сильно трогать, потому что сознание человека, самосознание себя как личность приходит уже в более зрелом возрасте, чем школьное. И человек во время студенчества только тогда задумывается, чем я буду заниматься по жизни после студенчества, кем я стану и кем я буду. Только тогда он понимает, что существует бизнес и существует государственная служба. И только тогда человек делает свой выбор. Вот если бы ты вот в школе понял, чем бы ты хотел заниматься, то есть тебе бы не было бы легче, то есть вместо студенчества ты бы мог уже свое дело открыть. И уже к 30 годам мог бы уже полную жизнь жить, да, как бы. А не только в 30 лет осознать, что ты вот это должен был заниматься и жалеть всю жизнь. Нет, я думаю, что школьное образование более направлено на творческое развитие личности, и что каждый ребенок считает и мечтает стать тем, например, с кого он берет пример. Например, я, например, мечтал стать летчиком, но я же и не стал, поэтому я думаю, что сознание ребенка отличается от сознания взрослого человека. Угу. И когда уже сознание взрослого человека реализуется, тогда только он понимает, что ему делать и чем ему заниматься. А вы задумывались еще в детстве вообще о предпринимательстве? Что-то покупал дешево, угу, друзей и продавал же тем же друзьям уже подороже. А во сколько вы начали приходить к пониманию, что такое бизнес? Уже, ну, именно студенческие, да, годы. В эти годы уже, ну, да. Наиболее объективное понимание, mm-hmm, того, чем ты должен заниматься. Да? Вот эти вот предпринимательские навыки нужно развивать в ребенке, потому что предпринимательские навыки – это универсальные навыки. Mm-hmm. Это умение разговаривать с людьми, да, отстаивать свою точку зрения, верить в себя, уверенность, расчетливость даже, да? Ну вот, поэтому я за бизнес-образование в школе. Вот молодой человек в очках сказал, что, мол, оно развивает творческое, да, вот само школьное образование. Mm-hmm. Ну, возьмем хотя бы от 5 до 11 класс. Из нас будто пытаются сделать вот прям сверх людей. Мы изучаем все, вот физика, биология, вот от 5 до 11 класса. География тот же, но вот в других странах, в развитых, в Европе, в Америке, уже начинается вот подразделение, mm-hmm, по классам, где в конце когда не заканчивать, да, вот. У нас уже вот, ну, с недавнего времени вот начинается более-менее технические классы, гуманитарные, но до сих пор оно слишком не развито. От 5 до 9 класса русский язык, например, ты весь 10 и 11 класс изучаешь то, что уже изучал. Это как
не знаю, дрессировку, а не обучение. Угу. То, что проходило, начинает тебе вбивать снова и снова. И я считаю, что это неправильно. Но как бы это в этом же и плюс. Мы получаем знания, которые помогают нам всесторонне развиться. То есть мы знаем не только то, что хотим знать. Помнишь все свое школьное образование, географию, химию, физику? Я не скажу, что я все помню, ну, прям вот жестко. Но это мне помогает, то есть получать, да, определиться. Ну а сейчас наступил момент истины. Так, ребята, поменялось ли ваше мнение? Пессимист, который убедился в обратном, может поменять свою группу. Ну и наоборот. Переходим. Ну что ж, давайте похлопаем перешедшим ребятам и тем, кто остался. Ну, стало ясно, что предпринимательство сейчас достаточно развито. И действительно это полезно и нужно. Я вот изменила свое мнение, потому что вот наш гость как сказал, что у каждого из нас есть шанс вот открыть свой бизнес, и вот я изменила свое мнение. Узнаем, почему вы все же остались. Я считаю, что у нас население и климат вот главные проблемы для развития. И, Василий, скажи, пожалуйста, кто из наших участников наиболее понравился тебе? Самый активный вот молодой парень в серой рубашке. Аплодисменты. Так. Представься, как тебя зовут и где ты учишься. Меня зовут Петр, я учусь на 4-м курсе финансово-экономического института. Ну и наш герой вручает нашим победителям свой приз. Сертификат. Это сертификат на 2000 рублей в кафе «Фартук». Ну а сейчас мы приглашаем всех сфотографироваться с нашим героем. С вами была телепрограмма «Я молодой» и ее ведущий Антон Васильев. Рулите своей мечтой! Благодарю за приглашение. И ребята очень активные, задавали очень много вопросов. И мне очень понравилось. Спасибо!